Десятки обманутых инвесторов вышли сегодня на митинг областной администрации. Все эти люди – вкладчики строительных компаний «Прогресстрой» и «Альянс». Мы вот боремся за свое право на жилье уже более 4 лет. Порядка 1000 семей остаются сегодня без крыши над головой. «Прогресстрой» собрал у инвесторов более 35 миллионов долларов. А сейчас строители заявляют, что продолжать строительство дома им невыгодно. Вложенные средства никто не возвращает. Людям остается бивать пороги всех возможных инстанций. На этой неделе инвесторы митинговали у стен мэрии. Но никто из городских чиновников на просьбы вкладчиков хотя бы пообщаться так и не откликнулся. Сейчас мы пришли под стены облгосадминистрации с просьбой, чтобы комиссия, которая была создана в марте 2011 года по распоряжению губернатора, продолжала свою работу качественно. В областной государственной администрации как помочь, не знают. Один из возможных вариантов – найти новых инвесторов и продавать незастроенные участки земли. Если эти свободные площади продать, то еще нужно доложить там порядка 20-25 миллионов, чтобы окончить этот дом. Другого выхода у обманутых людей все равно нет, поэтому они готовы подождать. Проблема в другом. Где брать средства, чтобы оплачивать аренду съемных квартир и выплачивать кредиты за несуществующее жилье? Максим Шпац, Сергей Самойлов, Новая Одесса.